Сегодня мы будем из плюшевой проволоки плести вот такой вот брелочек ящерицу. Любого цвета можно, мы сделаем фиолетовый. Для этого нам понадобятся уже известные ранее вот такие вот инструменты вспомогательные. Круглогубцы, кусачки и плоскогубцы. У нас здесь всего 10 проволочек. Фиолетовый основной цвет ящерицы, беленькая и черненькая для глазок. Так, начнем с того, что сначала мы сделаем глазки. Видите, какие они? Из плюшевой проволочки непосредственно. Такие глазки потом можно делать и для других игрушек. Так, сейчас немножечко приблизим. Так, то есть сделали вот такой вот завиточек. Теперь обматываем белой проволочкой. Смотрим, чтобы у нас получился именно такой глазик, как вот у вот этой ящерицы. Так, смотрим. Мне нравится. Краешек загинаем. Так, немножечко отступаем. И делаем так же самое второй глазик. Так, и мотаем так, чтобы нам нравилось. Вот, примерно вот так. Так, вот наши глазики. Так, берем две проволочки и сгинаем пополам. Одну и вторую. Есть. Так, затем. Так, здесь у нас петелька должна оставаться. Берем глазки. Ставим наши две чудные проволочки согнутые. И наша задача все вот эти концы продеть снизу вот в эту петельку. Здесь мы держим, берем первую проволочку так, вот таким образом продеваем, и нужно так сделать все 4. Наши глазки никуда не делись. Так. И плотненько затягиваем. Вот так должно получиться. Глазки тоже формируем, выгинаем так, как оно должно быть. Так. Для лапок. Проволочку сгинаем пополам, чтобы отметить, где у нас середина. Ставим, чуть-чуть отступаем вот здесь для шеи. И обматываем. Плотно натягиваем. Вот так должно получиться.
отступив примерно 3 пальчика, будут у нас задние лапки. Ну, 3, наверное, много, немножечко меньше. На 2 пальчика сделаем, отступим. Так. Вот так. Так, затем нам нужно сделать пальчики. У нас должна быть, видите, здесь есть длина лапки от туловища, есть длина лапки. Согнули, прокрутили, сделали вот такую петельку. Это у нас будет первый пальчик. Затем так же самое делаем второй. Так же самое делаем третий. Немножечко прижимаем, формируем. И вот этот свободный край плотно обматываем на лапу. Вот таким вот образом. Наша лапа готова. Мы ее вот так сформируем, чтобы нам было красиво. И то же самое проделываем со второй лапой, третьей и четвертой. Проволочка очень легко гнется, с ней одно удовольствие работать. Пальчики готовы. И снова же вот этот свободный край. Обматываем. Это один из вариантов, как можно делать лапы. Есть другие варианты, более сложные. Я их даже не хочу показывать. Выбираем более удобный и простой способ. Так, есть. Так, и то же самое делаем с задними лапками. Вот так у нас получается. Этот краешек мы оставляем где-то в серединке. Вот эту часть мы еще будем обматывать. Так. Так, почти готово. И опять же обматываем вокруг основания, ну, вокруг лапки. Так, есть. Так, теперь нам нужно сделать туловище и хвостик. Краешек загинаем.
ставим на плечо, обводим за заднюю лапу, под хвост, вот таким вот образом, чтобы придать толщину. Так. И плотно-плотно обматываем вот эту часть. Краешек где-то здесь загинаем. Дальше делаем хвостик. Так же самое делаем такой вот как крючок. Цепляем за лапу. Нам нужно хорошо зафиксировать начало проволочки. Вокруг хвоста за лапку. Вот мы зафиксировали. И теперь плотно-плотно-плотно обматываем вокруг хвостика нашего. Хвостик можно обрезать, если он вам кажется слишком длинным, но я ничего обрезать не буду. Вот эти вот колючие краешки просто все закручиваем, чтобы у нас ничего не царапалось, не кололось. Все отлично. Так. И еще у нас остается две проволочки. Обмотаем туловище, чтобы оно стало у нас еще толще. По такому же принципу, как мы делали это в первый раз. Она становится более такой толстенькой, красивенькой. У нас осталось вот так вот. Доматываем вот этот краешек. Придаем толщину нашему хвостику. Все края загинаем с помощью круглогубцев. Теперь остается нам здесь ее сделать плоской. А здесь более такой объемной. Можно выгинать так, как хочется. Вот наши лапки. Наша ящерица готова. И остается только прицепить фурнитуру. Так, берем круглогубца. Для этого нужно двое круглогубцев. Продеваем и прижимаем. Вот такая вот красота у нас получилась. Любых цветов, под любой наряд. Вот такие вот чудные ящерицы. Подписывайтесь на наш канал, смотрите новые выпуски.
следующих выпусках мы будем делать вот такого вот чудного кота. На Леопольда чем-то похож. Вот. И вот такого вот медведя мы будем делать. Вот такую собачку. У собачки сердечко вынимается. То есть можно любую другую игрушку вставить, либо цветочек. Подписывайтесь на наш канал. До свидания!